курили яиц отборной категории 6 торговых марок. Торговый дом «Золотое яичко», «Лето», «Марина», «Окская», «Селяночка», «Синявинская». Образец внутри мне очень понравился. Обратите внимание на белок. Никаких вкраплений. Абсолютно однородная масса. Голосую именно за третий образец. Не понравился пятый образец. Непонятно, чем хуже этот белок. Белок резиновый, а желток, наоборот, сухой и рассыпчатый такой. Вот сыпется, как крахмал. Члены жюри в отборочном туре – обычные покупатели. Они могут проголосовать только за один образец куриных яиц. Все торговые марки засекречены. Образец под номером 2 мне понравился. Прям само яичко такое красивое, насыщенное. Вкус прям вот сочное. Я голосую за номер 6. Мне в этих яичках понравился белок. Он такой нежный и мягкий. И желточек такой маслянистый. И на вид они ровного белого цвета. Конкурс продолжится в экспертной лаборатории, где и определится победитель программы. Образец под номером 1 мне понравился, потому что здесь какой-то желток, он прям вываливается из белка, и прям есть невозможно. И подумать на салат, и яйца не пойдут. Как бы они будут рассыпаться, и очень удобно будет резать. Мне очень понравился образец номер 4. Желточек красивенький, желтенький, как положено. Яичко сладенькое. Чувствуется, что курочку кормили.